свидания. Мы должны понять, что сейчас начался период. С одной стороны, он как бы тихий, но он не тихий. Все бурлит, все со всех сторон пылает. Если мы подумаем чуть выше, чем происходит с тем, что происходит сейчас, потому что это лишь внешний раздражитель. И как то, что позволяет происходить тому, что мы ощущаем, тогда мы сможем увеличить распространение и внутреннее в каждом из нас, во внутренней части группы. Еще раз, изнутри наружу. Из человека, из семьи, как мы вчера об этом говорили, из внутренней части группы, из всех групп вместе, внутренней части всей нашей большой цельной группы, и затем направлено специально именно к народу Израиля в земле Израиля, затем к народу Израиля, живущему во всех местах рассеяния, и через все наши группы, и через всех остальных, как можно дальше к народам мира. Это то, что пишет Бааль ха-Сулам. И мы должны это делать изнутри и снаружи, чтобы не было что-то за счет другого, как иногда трактуют меня, будто я бросаю одно и призываю всех заниматься только или внешней частью, или внутренней частью. Нужно и то, и другое. Иначе мы не сможем быть связующей частью между Творцом и творениями. И для этого у нас очень ограниченное время и немного времени.